Если вы круглый год хотите кушать зеленый борщ со щавлем и кислым буряком, очень-очень вкусный борщ, то сейчас как раз момент заготовить щавель. Он очень хранится в морозилке. Щавель моем, просушиваем от воды, нарезаем мелко и складываем в целлофановые кулечки или специальные пакетики для заморозки. Такой щавель будет очень хорошо храниться, не будет жвачкой. Вот вам понадобится щавель, взяли кусочек, и борщ готов. Завяжите узелок на память.